Монета 5 копеек 1990 года. СССР. Ленинградский и Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал, крупная цифра 5. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки, дата 1990. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По три листа на каждый колос. В нижней части поля монеток колосья соединяются в единый венок. В месте соединения имеется морская ракушка. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Герб упрощен и не имеет надписей на ленте. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом, между вершинами остей колосьев, отчеканена пятиконечная звезда. Под гербом одной горизонтальной строкой обозначена аббревиатура государства, надпись «СССР». Формы букв округлые, по окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Изготовлена монета из марганцевистой латуни марки ЛМЦ-58-2, сплав 60% меди, 39% цинка и 1% марганца. Чеканили монету на Ленинградском и на Московском монетных дворах. Тираж предположительно 89 531 224 штуки. Средняя цена монеты 20 рублей. За монету в состоянии uncirculated, это идеальная монета со следами мешкового хранения, 80 рублей. За монету, отчеканенную в качестве бриллиант uncirculated, это улучшенная чеканка отполированным штемпелем. Вот здесь зеркальное поле. 150 рублей. Монета имеет разновидности. Различается по реверсу. Вот в этом месте, между листами дубовыми, мы видим здесь один стебелек. Вот. Есть разновидность, где стебелька этих три. На цену это не влияет, цена одинаковая. Малая часть монет была отчеканена с буквой М вот в этом месте, на Московском монетном дворе. Вот если в этом месте есть буква М, цена такой монеты до 25 тысяч рублей. Вот перед вами два рисунка. Слева между листьями один стебелек, справа между листьями три стебелька. Вот перед вами монета, отчеканенная с буквой М, 1990 года. Цена до 25 тысяч рублей. Ну и совсем маленькая часть монет была отчеканена на заготовке от 50 копеек белого цвета. Монета имеет вот такой гурт. Цена таких монет более 100 тысяч рублей.